Российский национализм способствует стремительному развитию отечественных производителей бытовой техники. Нобуа Сугахара, Йодбэ Пресс, Япония. 29 марта 2018 года. В России прошли президентские выборы, и 18 марта стало известно, что Владимир Путин обеспечил себе четвертый срок. До 2024 года, поскольку победу ему обеспечили 76% набранных голосов, то даже если допустить, что были какие-либо нарушения, они никак не повлияли на конечный результат. Можно сказать, что победа Путина отражает единую волю всех россиян, 1,4 миллиона жителей Крыма, который Путин посетил в конце президентской кампании. Выразили благодарность российскому лидеру. Газеты сообщают, что не было никаких выступлений против оккупации полуострова России, что стало причиной введения Западом экономических санкций против РФ. Допинговая проблема, существовавшая в России на государственном уровне, стала символом Олимпиады в Пхенчхане. Я думал что тема отстранения российской команды от участия будет подниматься во время предвыборной гонки и что россияне обвинят в этом власть. Однако по этому поводу даже не шутили. Реакция россиян на инцидент в Великобритании более того, 4 марта в Солсбери было совершено покушение на убийство бывшего российского шпиона. В отличие от советского периода российские СМИ широко освещали эту тему, однако практически нет россиян которые верят в британскую теорию о том, что к этому преступлению причастна Россия, складывается впечатление, что в последнее время в России возрождается советский дух. Под началом сильного президента Путина россияне будут как единое целое противостоять Западу которые измываются над Россией. Что же происходит с деятельностью компании в России на фоне подобных патриотических настроений? Есть ли изменения в положении иностранных предприятий? Эту тему я хочу проанализировать в этой статье. В 1990-е годы, после развала СССР обанкротились практически все местные станкостроительные предприятия. После этого при необходимости в основном использовалось импортное оборудование. Тем не менее украинский конфликт 2014 года привел к остановке импорта из западных стран. В качестве импортозамещения начало развиваться машиностроение. Затем в России вырос спрос на оружие. Чтобы удовлетворить этот спрос, короткие сроки распространилось и отечественное станкостроение. В настоящее время вооружения для армии должны производиться на российском оборудовании. Если оружие производить на импортном оборудовании, Заказ от армии получить невозможно. В связи с этим до сих пор из западных стран импортируются только запчасти и модули, необходимые для повышения точности российского оборудования. После сборки на российских заводах такое оборудование превращается в Мейпин Раша, Мадин Руся, после чего попадает на российский рынок. Производители бытовой техники, стремительно увеличивающие объемы продаж есть производители бытовой техники которые на этом фоне быстро увеличивают объемы продаж. В Японии и Китае рейтинг продаж возглавляет производители рисоварок, в то время как в России аналогичными темпами реализуются соковыжималки, блендеры, тостеры, грили и прочее. Эти товары производит российская компания Borg. Изначально бытовую технику Россия импортировала в основном из Европы, немецкая Bosch, Bosch, французская Graupsep, Sep и голландская Philips, Pelips. С 2012 года компания Borg поднялась на вершину рейтинга продаж мелкой бытовой техники, а именно соковыжималок и грилей. Особенности Borg заключаются в дизайне и системе продаж. Компания прекрасно знает, что в семье бытовой техникой в основном пользуются женщины. Однако техника оформлена в брутальном стиле с использованием металлических элементов. Что нравится мужчинам? Причина в том, что в России кошелек обычно в руках мужчины. И если товар будет привлекателен для него, то уровень продаж может повыситься. Компания зарегистрирована в Германии. Официальное название ⁇ Borg Electronic, Borg Electronic GMBH. Поэтому примерно до 2014 года в основном эксплуатировался немецкий образ. Тем не менее, после украинского хаоса возникшего после Олимпиады в Сочи, начали расти патриотические настроения. Компания пошла иным курсом. Лучшая российская бытовая техника которую производит российская компания для российских семей. Благодаря этому продажи растут. Когда Борг только появилась, она была оптовой компанией, а не производителем. Дизайн, подходящий для российских семей, разрабатывается в России. Однако техника производится в Китае, Восточной Европе, Турции и других странах, которые являются им производителями. Оригинал Equipment турьер оригинальный производитель оборудования, примечание ред. В последнее время также используются детали, произведенные в развитых странах Западной Европы, Италии и Франции. Компании впредь планируют придерживаться концепции, которая заключается в том, чтобы знакомить российские семьи с лучшей техникой, которая была специально спроектирована и произведена для них. Кстати, одна из японских компаний поставляет продукцию для борг. Это, Гакусенда, расположенная в префектуре Нигата. Компания основана в 1816 году. На протяжении около 200 лет она производит медную посуду. Как она представила свою продукцию на выставке Майсоном Амперсант Объед в Париже. Выставочный стенд Геокусенда посетил директор Борг. Его заинтересовала продукция Геокусенда. Можно сказать, что как таковых переговоров с седьмым президентом Геокусенда Матоюки Тамагава, Матаюки Тамагаэ, и не было. Однако стороны подписали контракт. Наряду с линейкой высококачественной бытовой техники Борг учредила бренд Боркарт. Боркарт, занимающийся производством высококачественных товаров для дома. Концепция состоит в том, чтобы украсить дом. Из-за границы импортируется мебель, Столовая посуда и реализуется через сеть Борг по всей России. Компания планирует добавить в ассортимент продукцию японских производителей. Ранее японские предприятия стремились выйти на российский рынок под собственными брендами. Однако в нынешней России, характеризующейся патриотическими настроениями, наибольшей популярностью пользуются местные бренды. Помимо Борг, сейчас много компаний, которые пытаются привлечь российских потребителей. Обувь ДР кофер, ДР. Кофер, обувь изделия из кожи TJ Collection, Toyot Чолич Тион, массажное оборудование US Medic и Могуче, Усмедичие и могучие, сотовые телефоны Моторолла, Моторолла и другие. Тем не менее в свете популярности российских брендов. Я думаю, что система продаж серьезно изменится. Мне кажется. В сфере товаров народного потребления наибольшее распространение получит методы импорта высококачественных деталей и модулей за границы и их дальнейшая сборка в России. Японским компаниям следует без колебаний становиться самим поставщиками и активно заниматься подобным бизнесом B2B. Японские компании пытаются найти оптовиков, которые покрывают всю огромную территорию России. Тем не менее российские оптовые компании в основном покрывают только город в котором они находятся, и близлежащие регионы. Зона их деятельности ограничена. Чтобы собрать воедино всех оптовиков и контролировать их, появляется необходимость в создании в Москве генерального представительства. В результате выход на российских рынок влечет за собой большие затраты. Возможность им бизнесе в России если стать им поставщиком для такой компании, как Борг можно решить сразу несколько проблем. 1. Торговля по единой цене по всей стране. 2. Одинаковые условия гарантии по всей стране. 3. Контроль количества товара на складе. 4. Единый масштаб и содержание рекламы и так далее. Российские производственные технологии пока не находятся на должном уровне. Большинство российских компаний хотят использовать надежные импортные детали для главных компонентов. Консультантам предстоит решить задачу, которая заключается в поиске соответствующего бизнеса в России и Японии, а также в осуществлении подобных проектов. На самом деле, уже есть российское оборудование, в которых используются японские детали. В автомобилях Toyota, Toyota и Nissan, Nissan, которые собираются на территории России, в большом количестве применяются японские агрегаты. Проблема заключается в том, чтобы внедрить аналогичную схему в область потребительских товаров. В настоящее время Россия не импортирует западные товары. Поэтому импорт деталей из Японии имеет хорошие шансы на успех. Доверительные отношения между Россией и Японией, созданные администрацией премьер-министра Японии Синдзебе, не должны ограничиваться только словами. Хотелось бы, чтобы они вылились в Б2Б, а им поставки и так далее.